я чуть-чуть копнуть на часик и не могу не показать интересную вещь. Итак, размер сосны. Размер сосны. Ну, наверное, где-то больше метра с чем-то. Вот такие сосеночки еще остались интересные. Так, наконец-то первая древняя вещица, и это пуговка. Вот такая вот пуговка. Вот она такая вот. Малюсенькая. И явно не молодая. Вот так тропиночка. Значит, сегодня я решил проверить одну очень древнюю тропинку. Она вне шаговой доступности, и поэтому я здесь первый. Ну что ж, почему я сюда вернулся? Сейчас расскажу. Потому что в прошлом году здесь я находил советское серебро. Надеюсь, и сегодня повезет. Па-па-па-пам! Победа! Эх, красавица! Вот она. Сейчас будем выяснять, кто это и какого года. Перчаточку-то я, конечно, зря снял. Сейчас я ее помою. А, ты моя прелесть! Ну-ка, кто это? Кто это? Ой! Блин! Вообще ничего не видать. Видимо, очень старая прелесть. Ого. О, что-то проступает. Что-то проступает. Ладно. Да. Грустновато становится. Если даже не видно, кто это. Какого же ты года-то, а? Кто это вообще? Сейчас мы ее жижицей потрем с местной. Нет, не видать. Но подсохнет, я думаю, разберу, что это такое. Ага, иду дальше. Ха-ха-ха. Ну что, древняя тропинка подарила еще вот такую монетку. Это 3 копейки 57-го года. Но хотелось бы что-нибудь постарше, поинтереснее, так сказать. Хорошо, что здесь лужи есть. И вообще, до майских клещей надо срочно это место обследовать, а иначе потом просто не зайти. Ну что, дальше этого места я не продвинулся. И не вижу, кто это. Ням-ням-ням. Но, по-моему, это 2 копейки. Но год вообще не разглядеть. Ее так разъело. Ладно. И несмотря на то, что я весь год это место выхаживаю, еще одна монетка, но только вот кто-то над ней поглумился, это было 3 копейки. И даже вот немножечко просматривается год. Но, а, нет, это даже 5 копеек. Вот силуэтик такой сверху. Интересно. Ладно, иду дальше. Минут 15 раскапывал под корнями ради товарища Еремина. Эх, что ж ты, товарищ Еремин, не оставил целую ложку. Второй год здесь копаю, и все, попадаются монетки. Вон там ложка Еремина, а вот здесь 2 копейки 46-го года. Ха. А где советское серебро? Недалеко ушел я из этого квадрата. Ложка Еремина. 2 копейки. 3 копейки. 36-й год.
Вот так вот. Наверное, Ерёмин расстроился. Я, кажется, понял, в чем причина была в прошлом году моей, так сказать, ошибки. То, что я на помойке ходил не в режиме турбо. И вот всем владельцам этого прибора на помойках рекомендую ходить в режиме турбо. То есть идет более тщательная обработка сигнала, частая, скажем так. При этом, конечно, ресурс аккумуляторов или батареек быстро съедается. Есть еще один пятачок 48-го года. Вот такой вот замечательный пятачок. И солнце уже садится. Пора выходить, потому что до машины мне идти почти 2 километра. Еще вторую часть дороги пройти. И обочину. Потому что со временем колея выдавливается в сторону. Чуть дальше, чем по ней идешь. Я пошел, все. Бинго! Я нашел серебро! 10 копеек 23-го года. О-о-о! Я ее нашел. О-о-о! Ха-ха! Я разбогател. Вот она, моя прелесть. О-о-о! Как обычно, идешь обратно. И тут такие штучки вкусняшки попадаются. Ох, красавица. Ё-моё. Вот это да. Бинго! В боковом отвале найдена монетка. Вот она вот здесь вот лежала. Копеечка. Копеечка вот, конечно, вот не видно ничего, кто это. Но, как мне кажется... Не знаю, что кажется. Чем нифига не кажется, потому что просто нифига не видно, что за год. То ли 1000, то ли 900. Ну, в общем, ладно, копеечка есть. Это я иду к машине. Итак, попалась на пути к машине еще одна монетка. Это 20 копеек. И вот год. Только не видно. То ли 35-й, то ли 55-й. Ну ладно, все равно находочка.